Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я надеюсь, в этом видео уже закончу прохождение за Авраама Линкольна Sidmer Civilization 6 на последнем уровне сложности, на божестве. Но, если вы даже на последнюю серию случайно наткнулись, то лучше перейти к первой серии, ссылка на плейлист есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда смотрите лучше с самого начала, заодно узнаете, какие у нас тут задачи вообще в этом прохождении, что нам надо сделать. Так, дайте я вспомню, какая у нас резолюция тут. Не начисляются великие писатели, удваивается скульптура. Так эти плохо. Все-таки туризм у Конга там, по идее, должно быть много. Хотя, подождите, с другой стороны, я же могу это купить у кого-нибудь. У меня вообще есть место. Археологический музей, а вот художественный в Риме. Ну-ка, давайте мы скульптуру купим как раз. Вдруг... О, видите, как раз готовы продавать. Всего лишь 6 вход. Раз. Два. Три. Зашибись. Вот и все. Так, тематически тут художественный. Ну тут вряд ли будет, видите, разных, чтобы тут тематический бонус получить. Так, а в археологическом музее мы не соберем. Ладно, не хочу покупать на самом деле. Ладно, достаточно и того, что есть. Так. В Ричмонде уже... А что мы тут, кстати, закончили? Да, почему Золотой век вышли? Ну, я бы опять пульс паровой машины взял. Я не думаю, смысл брать на шпионов, что мы там сильно, да, мы вообще первые по количеству тех. Я не думаю, что там у кого-то можно будет что-то спереть. А это все-таки производство. Туризм точно не нужен, воевать я не собираюсь. Так что пульс паровой машины. Ой, я с Аютхай воюю. А, точно, ее же перекупили. Я поэтому сюда и перебросил армию. Ну, кстати, может ее забрать? Раз уж такое дело. Блин, надо было по этому... по пехоте работать. Ну а что у нас без дела стоит? Арта. Да и армии. Они, конечно, не... не требуют содержания практически. Но тем не менее. Давайте подведем к фронту. Заданию ускорим все. Так, тут не попасть под выстрелы, просто возвращаемся в родную гавань как-то вот так. Еще надо проверить, может, где-то плотины еще построить надо. Так, Манхэттен мы завершили. Ну, я думаю, немножко ядера. Как, что там по великим людям? Вот этого мы хотим, великого ученого. Ладно, надо, значит, пока все-таки следующие гранты почитать. Нам тут ученый очень крут. Все озарения информационной эпохи.
Блин, Болонью захватили. Я не помню, у меня там был эти... Так, Катуса. Таруга. Кстати, вот это американцы, аж два научных этих города были. Так, а где Болонья? По-моему, у меня все-таки не было в Болонье. Послов. Робототехнику успешно добыли. Так. Да, берем, конечно. На счастье там... Да, следующий плюс 10 туризма нафиг надо. Но я не думаю, что нам какие-то другие... Я могу еще корпорации сделать, кроме ртути. Но я не думаю, что нам другие нужны. Интересно, отсюда я смогу стрелять? Да, через горы. Ну, в принципе-то современная артиллерия так работает, правда, я не уверен, что это имеется в виду современная артиллерия. Плюс 4, в принципе, могу табак купить. Блин, было написано, что Троян продает редкий ресурс. Захожу, а тут нифига нету, ладно. Блин, 135 урана. Я тут эсминцем вылез очень дерзко. Так, освобриговать скандал могу. Нейтрализовать губернатора. Ускорение нечего похищать. А дамбы есть? Вот, есть, например. И вот дамба. Больше не видать. А вот, вот эту лучше, наверное. Так. В Хомсе. Хотя, слушайте, пока я получу этого информационной эры, я тут сам все открою. Так что, наверное, он не особо и нужен. Давайте так сделаем. Так, два дрона. Это я могу. Следующим ходом. Вообще, не следующим, еще даже сейчас могу. О. Что он вообще тут висит? Так. Атомную электростанцию построить. Кстати, тоже почему нет? У меня, блин, урана. Тут у нас на нефти работает, да? Ну вот в Баффало, например, мы строим, можно будет тут сделать атомную. В
Где у нас еще электростанция? Вот я вижу в Монтгомере 8 угля в электричество. Блин, где еще? Вот тут. 7 нефти в электричество. Так что у нас 2 всего? Мы аж 2 электростанциями, в общем-то, все наши потребности. Тогда, может, лучше в Риме. В Риме, наверное, надо будет сделать атомную электростанцию. Атомную электростанцию. Так, это мы никак не ускорим. Ладно, пока так оставляем. По-моему, никто кроме... Нет, там кто-то запускал все-таки. Да, Хаммурапи запустил уже. Хотя надо джинсы продать реально кому-нибудь. И Саладин Визирь первый проект. Смотрите, Хаммурапи уже и нанотех... Ну, правда, я тоже все это открыл. Я думаю, что умные материалы раньше открою, просто потому что у него науки... Типа в 2 раза меньше, чем у всех. Ну, у меня 705, у него 261. А он ускорениями это никак не может. Только если у меня украдет. То есть после меня откроет. Я думаю, что они будут волной будущего. Было сказано, что глобализация как против закона. Вот, от всех торговых путей надо поставить. И Международное космическое агентство. Так. Международное космическое агентство ставим. И от всех торговых путей. Где это? Вот это производство. Так, писание нам надо, потому что тоже производство дает. Но, видимо, блин, так учетные банки нужны. Черт. Блин, тут мне все надо. Ну, видимо, вместо учетных банков. Хотя это и то 20, и это 20. Странно. Ладно, пока так. 845 науки. Так. Этого инженера пропускаем. А был инженер уже на... процент к улетанию? Вообще на улетание что-нибудь было? Так, давайте проверим инженера. Ну, 20%, ну, это такой. Я, конечно, на 100% имею в виду. Ладно, а ученый? И ученого вроде не было. О, блин, мотопехоту дали. Так, заберу Аютхаю. Она мне тут дырку так закрывает. Да, нормально. Подходит к моей империи. Не то, чтобы она сильно нужна была бы. Так, давайте Пенгалу на космическую гонку. Блин, мне бы шпиона, наверное, уже в свои города посадить. Так, я где-нибудь тут хочу вообще еще дорогу строить, в принципе. Ладно, сюда переброшу.
зачем еще это дали? Да, но это, конечно, очень мощная способность, вот эта куча выдают юнитов рукопашных, это круто. Это то, что они содержания не требуют. А мастерские вы в любом случае будете строить. Так, продаем. Всего 7 вход? Нет, тогда не продаем. Обойдутся. Счастье каждому и даром, это не про... А где? Куда делись? Вон они. Куда-то уплыть хотят от меня. Кстати, здесь могу атомную построить. Правда, с другой стороны, не то чтобы она тут нужна была сильно. Тут вот эти... То есть оно раз, два, три, четыре, да, на все... Три города будет работать, но тут вряд ли много электричества будет. Я бы тут угольную... Ну, блин, все равно угля вообще и так много тратится. Ладно, давайте атомную. Я даже ее куплю просто. Чтобы не выделываться. Тогда в Риме не буду атомную ставить. Я думаю, мне и киностудии не нужны. Исследовательские гранты, чтобы быстрее закончить. Так, сколько там? Второй проект, два хода. Я могу еще рабочих поделать, чтобы быстрее заканчивать. А с другой стороны, я еще не открыл ускорялки. Как бы спешить некуда. У меня было написано, что я могу предприятие построить. Или, видимо, у меня на свинине уже где-то построено. Да нет. Я, знаете что, перекину к себе обратно в столицу. Надо... Подождите, может я могу, правда, еще шпиона сделать? Нет, не могу. А вот может этого лучше запросим обмен? Ля! Он не хочет отдавать. Ля! А чё не убирается? Странно. Ну ладно, тогда перекинем этого к себе. Вернем. Так, потом я еще хотел попробовать все-таки купить алюминий у кого-нибудь. Нет, без шансов. Так и буду бипланами. Надо было вот этого атаковать. Блин, я хотел проверить... Пройтись по городам, проверить специалистов и... Возможность постройки плотины.
Реально, уже нигде не нужна плотина, везде купил. Ну, кайф. Так, что у нас тут с этим? Может его купить за веру? 8000. Я просто надеюсь, что мне дадут... Просто нету смысла его пропускать с другой стороны вот этого, да, на информационную технологию. Все остальные далековато. Если-то мы долго будем ждать следующего, я лучше и этого возьму, и следующего. Для меня обучение в военном лагере. Ну, предположим, мне как бы и рабочие особо не нужны. Тут, если только, ну, помогать в проектах. Но опять же, и ускорять проекты сейчас нету смысла, потому что мы все еще не улетаем. Стоять тут буду. Ну вот теперь тут можно рабочих поделать все-таки на будущее, типа для ускорения. И какой у нас город? Я просто думаю, ставьте мне 4-й, 5-й. Ричмонд, Монтгомери, Данвилл. В Баффало. Ну вот в Баффало, кстати, можно будет еще космопортик сделать. Тоже больше сотни. Больше сотни производства. Неплохо. Сколько здесь потребляется у нас? Ну, тут вообще должно мало потребляться урана, да. Один уран и две энергии производит. Тут всего-то один город, пока которому энергия требуется. Корея отправила посла в Аютхаю, я ее захватил. Бессмысленно. А, подождите. Это ж свар... они продолжают работать для них. Да, это ж баг игры. То есть я даже сам могу туда отправлять. И типа показано, как будто я все равно в войне иду. Да, это баг этого... этого режима. I love watching my mom argue with the GPS on the way home. Which of all my important nothings shall I tell you first? Туризм и культура. Ну, надо ли нам 5% культуры? Мне кажется, нет. Синтетическая технократия один ход открывается. Это та, которая для проектов нужна. Пофигу. Он там захватил. Так, может, кстати, мир заключить? С хрена ли мне тебе платить? О, этот готов. Ну, два американца поймут друг дружку. Нормально. И посольство там. Лунная экспедиция завершена. Так.
Колония на Марсе. Тут 5. Тут 5. Ну, давайте здесь, потому что тут у нас шпион будет сидеть. В контрразведке. Так, у нас космопорт вообще где? Здесь. А ломать нам могут промышленную зону. Но все равно в космопорт лучше. Блин. Я мискликнул. Фак, на один ход пропуск будет, черт. Так, ну продолжаем исследовательские гранты. Тут космопорт готов. Не знаю, нам не нужны эти все. Можно вот продуктовый чисто купить. И исследовательские гранты. Так, что у нас? Космическая гонка. А, дальше Магнуса. Ну, кстати, может теперь побыстрее могло бы. Ладно, не буду проверять. Нет, проверю все-таки. Сейчас Магнус просто... Нет, все равно 5. Ну, типа, у меня, правда, немного... Немного вокруг фабрик, с другой стороны. Чтоб там что-то складывалось. Только армии и содержания совсем немного получается. Так, я с кем-нибудь еще, с какими-нибудь ГГшками воюю. Может, Газаргаму забрать? Еще. Это не вообще бессмысленное. Ух ты. Первый раз вижу у города-государства аэропорт. Вау. Прикол. Кстати, еще уголь надо обработать. Ладно. Расставляем по военным лагерям, я думаю, юниты. Так, а вот здесь я хотел космопорт еще четвертый сделать. Рядом с... Ну, кстати, он снижает, на самом деле, престиж. Так что я, наверное, зря его прям... Ну, там и так жилья немерено, что... А Баффало все равно не растет. Поэтому пофигу. Проверим на всякий случай культурную... Подожди, там кто-то написано... А, я через 111 ходов победю. Прикол, так, и дипломатическую. Так, религиозная точно, вряд ли. Так что чисто на... Так, Хаммурапи уже вторую запускает. Неинтересно. И кто ж тут войдет в эту... Ну, на моем континенте никто не проголосует, потому что у меня... Ну, точнее, никто не начнет со мной войну, потому что у меня союзы с Конго и Кореей, и дружба, не знаю... Да, кто-то Рим принято и проголосовал. Ну, Конго и так в войне со мной, да, Рим еще зашел в войну зачем-то. И вот как они планируют вообще освобождать эту... Так, зато я тут больше смогу. Так, демократическое наследие. Ставим. Дальше учетные банки.
Ну, колониальные налоги. Что я там заменил, кто помнит? По-моему, учетные банки я заменял, да? Содержание юнита нафиг надо. Счастья, по-моему, у меня достаточно. Ну, 18 науки культуры, мне кажется, нафиг надо. Блин, даже не знаю, что. Ну, давайте, может, опять дипломатию канонерок поставим. Вот зачем Рим вступил в этот кризис? Вот как Рим, ну и, собственно говоря, и Конго планируют Аютхаю освобождать? Ты им надо вот эти города захватить сначала, чтобы Аютхая была освобождена. О, королев. Отлично. Вот это отлично. Правда, не 100% добавляет, а просто заканчивает проект, но зато мы последний проект быстро сделаем. Еще раз, можно не промазать по космопорту? Так вот, подрыв плотины. Называется подрыв плотины, а так и называется дамба. Кажется, переводчики не определились с тем, плотина это или дамба. Ну что, можно немножко, наверное, термоядерок поделать. Блин, кстати, что у нас там всемирной выставки? Я должен лидером быть, да. Я вот и столько проектов читаю. Ну, Конго недалеко. 2500 культуры просто. Он уже, наверное, все пооткрывал. Все. Ну и, собственно, оба Конго это вообще, конечно. И тем не менее, это им не помогает выиграть туризмом. Что странно. Robotics has been around forever, and it's been the next best. A people without the knowledge of their past Огромный боевой history, робот, origin это and все пока оставляем. Кстати, купить что-нибудь можем. Алюминий вообще никто не продает. Среди Аравии распространил, среди Франции распространил. Хотя, посмотрим, вообще угля, ой, алюминия. Блин, а может с этой помириться все-таки? Она хочет 23 вход. Ну что, если я у тебя алюминия попрошу? А сам тебе урана дам. Вот давайте 30 урана на 50 алюминия. 89 вход. Ну, в принципе, давайте. Я хочу просто самолетики сделать. Современные. Он должен в аэропорту? Нет, вот этот я могу почему-то папчу этот ним. А, я его апнул. Только что. Ну, уровень дал.
Блин, даже на один ход не ускорил. Не хочу ничего вырубать, просто обрабатываю. Там что-то ускорять. Так, три посла, это мы в пес добиваем. 930 науки, 999. И больше науки... Нет, есть еще Аншан. Ладно. А, и Хатуса еще. Аншан, Хатуса, блин. Венецианский арсенал. Ну, тут, конечно, вот немножко странно. Карта сгенерировалась. Вот тут сверху Аравия от Конго. И вообще, вот эта Конго между двумя Аравиями могли бы и распилить. Как они распилили Германию. Почему они... Почему никто не забирает себе вот эти города? Ну, Майнц, наконец-то, Аравия присоединила. Знаете, что я куплю его. Так, а генерал что дает? Виджая Вималаратны. Кто такой? Надо погуглить. Да блин, где строй? Вообще нам не нужны уже тут строители для ускорения, потому что последние мы просто королевым запустим и все. Ой, я апнул. Не надо. Ну, в смысле, не страшно, конечно, но нафига. Где там последний проект? Не видать? Подожди, а почему вот он сюда идет? Зачем открывать? Вы видите, чтобы тут отсюда шла какая-нибудь ниточка? Так, колония на Марсе запущена. If there is any work in the afterlife, you must do it. Justice is the bond of... Даже нету смысла, не знаю, может Магнуса на логистику избытков и промышленника прокачивать. Что там, электричество дополнительно. О, у меня уже в плюс пошло. Нефть и уголь. Что мне хватает электричества. Ну, давайте термояд. А здесь огромного боевого робота. Уже бессмысленно, видите, я... Мне только двух этих оставалось. Две техи не открытые.
Не знаю, странно. Короче, мне надо вот эти открыть. А, не, вот, собственно, мне надо умные материалы открывать. Один ход. И Королёв это закончит. И мы начнем улетать. Нам только ускорялки открыть, но тут и так, по-моему, очевидно, что уже меня никто не догонит. Имхо. О, города с космопортом, 3 алюминия, 3 энергии. Вот эту давайте. Императив исхода. Я переброшу вот в эти города. Чтобы чисто море контролировать. С кем у меня? С Римом. Ну, Рим, наверное, еще не под... Нет, да. То он в кризис вступил зачем-то. Это же по туризму пишет, что я, типа, быстрее победю, чем... О, сразу дружба. Давай, дружба. Чё не объявить дружбу? Нет, это... Слишком жирно тебе, Вавилон, будет. О, кто-то в этих восставших взял. Ну, у меня тут, конечно, армии завались. Я не думаю, что они... Блин, еще и Пингалу убрали с Монтгомери. Блин, я не успел умные материалы открыть за один ход. Ладно. Блин, я мискликнул. Или могу... А, могу атаковать. Вот что-то слабенько города стреляет. Надо, наверное, пушки во что-то апнуть. Подожди, а он прокачался... Я, может, этот пригород лучше не ремонтировать тогда, раз он так... Так, время выполнения задания уменьшается на родной территории. О, во время контрразведки плюс один... Вот надо в центр города его посадить. Этот у нас сидит в космопорту, этот в центре города пускай сидит. Еще этот космическая гонка. Ну, нам, в принципе, уже он не нужен, честно говоря. И то, что Корея его получит, тоже пофигу. Нам чисто науку... Исследовательские гранты чисто, чтобы быстрее ускорялки открыть все. И все. Девять послов, ни хрена себе. Так где я их набил? Ну, давайте Ваншан. Не, подожди, что там дает? Хатуса дает... Стратегические ресурсы не нужны. Таруга 5%. О, подождите, давайте-ка мы Таругу лучше засоюзим. Это будет больше науки, мне кажется, чем если Аншан 6 послов. Ну-ка. 63 сверху.
66 даже. Ну, нормально, ладно. Контролируем море. Ничего не меняю. Так, сейчас вот точно последний проект все-таки запустим. Ну, нет смысла ремонтировать пригород. Во-первых, мне уже жителей тут больше не надо в Монтгомери. Во-вторых, нахрена мне, чтобы опять партизан вызвали? Ascends from the earth to the heaven. Так. Межпланетный полет. Раз, два, три, ну, типа четыре хода. Так, здесь. Запустили. Все четыре проекта. Так, сколько тут? 33... 33 с половиной? Прикол. Ну, как вы понимаете, тут не может быть с половиной, тут нету половинного хода. То есть, грубо говоря, 34 хода для улета требуется. 33 с половиной, блин. Так, а этот, кстати, не дал... Да, ракетостроение мы предотвратили, отлично. Так, на родной территории увеличивается на один. Контролируем полностью этот пролив Панталасса. А, так, этот у нас в центре города я хочу... Ну, тут можно даже не в центр города. Ну, да, в центр города. Он контролирует эти вот. Я не думаю, что священное место кто-то что-то будет делать. Точнее, в священном месте вообще ничего нельзя сделать. А вот, находясь в центре города, он будет защищать и промышленную зону с кампусом. Да, я знаю, что это все собирать можно, но тут это уже пофигу, честно говоря. Так, а что он умеет у нас? Сопрягать скандал, подрыв плотины. А я смог подорвать? Да, подорвано. Ну ладно, стырим деньги тоже, правда, не знаю нафига. Так, я думаю, что надо в кого-то все-таки термоядерку запупырить, да? Нам для этого нужна атомная подводная лодка. Я хочу на тот континент, а не на свой. Там что-то вот эти Конго
выделывалась. Да и Рим, с Римом война. Кстати, вот просто в Рим кинуть. Где тут красиво она прилетит? Ну вот сюда два города, да, мы накроем, например. В Пантанал красиво будет. Изговнять Пантанал и заодно города. Так, тогда вот здесь купим подлодку. Как раз нам ровно денежек на нее хватает. И Рим получит... Наверное, давайте еще строить. Или тут все-таки исследовательские гранты, чтобы побыстрее. Одну ядерку кинем. Это тут как бы нету никого, типа, кого бы я хотел реально испепелить в ядерный пепел. А, блин, я еще раз Сергея Королева могу использовать. Точно его мог... Ну, это не важно, потому что все равно не открыты были. Это и за счет этого Геликарнаса у нас дополнительная. Так, ну я думаю, что и железные дороги я уже все, которые можно было, сделал. Так, это добавляет... Кстати, это больше добавило ваншан, когда я отправил, чем союзничество Таруги. Ладно. Не так уж и много 5% от стратегических ресурсов оказывается. Ну, я не вижу смысла тут что-то менять. Посмотрим сейчас еще редкие ресурсы, может, торганем. Да, вот Корее точно не повезло с местом, но она благодаря мне, я думаю, во многом. Кстати, Аквилея отвалилась от Кореи ко мне присоединиться. Огромный боевой робот. Мы его отправим... Где он вообще? А, вот. Отправим города Рима захватывать, в которые ядерки полетят. Америка заключила союз с Римом. Поздно. Да и зачем вам союз с нежильцом уже? Так, ну не знаю, давайте где-нибудь тут сделаем тоннель. Нейтрализовать губернатора. Диверсия на производство. У меня нету ни одного аквапарка, что бы не сделать. Ладно, давайте термоядерку тут все-таки еще одну. Жалко всего лишь одну кинуть, пока мы улетаем. Мы полетим на другую, более красивую планету, а вы все в ядерном пепле. О, опять еще кого-то убил. Это я перехватываю круто шпионов. Сорвать ракетостроение поймал.
И, наверное, Губера, да? Нет, два. Двоих сорвать ракеты стоять. Прям на два уровня должен прокачаться, видимо. Да. Смотрите, оба уровни получили. Так, фунгалу возвращаем. Этот у нас защищает районы. Вот, находясь на родной, понижает уровень всех вражеских шпионов. А этот повышает хищение средств. Мгновенно обосновывается, давайте. Ой, даже этот. Ну, давайте заберем все равно этого ученого. Хотя, блин, надо было 100%. Эх. Блин, а чё робот едет быстрее, чем подлодка? Мне кажется, это странным. Шлёп-шлёп, смотри, там кролем плывет быстрее, чем подводная лодка. Поймали Вавилонской империи. А, два шпиона Вавилонской империи? А как так? Уже не мог двух шпионов сразу посадить в один район. Что за читы от компьютера? Нормально вообще? Два шпиона Вавилонской империи в один ход. Это просто не может быть. He must prepare in every quarter. Так, сколько нам ходов осталось до ускорялок? Два. Блин, долго так плыть до Рима. Ну да, никто даже третий проект. Только Хаммурапи может его, в принципе, начинать, но он почему-то сидит, тупит. А умные материалы не открыл вообще никто. Я думаю, можно немножко постепенно начать подводить итоги. Во-первых, я реально удивлен таким моим развитием в том месте, где я появился. То есть ощущение, что тундра даже без бонусов очень неплохо. Я понимаю, что я... Вот один из главных чудес для тундры, собор Василия Блаженного, урвал. Но даже без этого очень, очень приятно... Ну, то есть вот этот город с Василием Блаженным, а Монгомери, например, нет. И все равно 27 жителей, все очень, очень круто. Дальше. Ну, то есть я реально удивлен, что вот на таком старте, на таком месте вот прям так офигительно. Я не смотрю, что тут какие-то... Не вижу, что какие-то у Авраама Линкольна на это бонусы вообще есть. Однако... Так... Ощущение. Ну, давайте шедевры попробуем потырить, ладно. Не знаю, правда, зачем.
Так, ну в принципе можно уже будет кидать, например, сюда следующим ходом, и робот уже Салону захватит. Или с этих начнем, с дурака Картурума и Пальмиры. Да, наверное, так. Плотину не починили, да? Тут я отложу производство, что мы следующим... А, нет, два хода. Тогда нет, можно... Исследовательские гранты. То есть очень-очень неплохо города развивались. Я играл в 5 городов еще долгое время, и даже несмотря на это особо не отставал. Я, честно говоря, затрудняюсь сказать, почему так получается. Ну, тундра... Ну, конечно, трудовая дисциплина мне самое главное. То есть трудовая дисциплина и пантеон на тундру... На священные места. Если бы я это не получил, у меня было бы все намного грустнее. Ну, даже исходя из этого, это же производство, а не только... А тут расти надо. А роста не было особо. Поэтому... Не понимаю, честно говоря, почему так хорошо все получилось в итоге. Ой, блин, а зачем? Я хотел его построить-то, на самом деле, торговца. Ладно, я тут отложу тогда производство. И здесь отложу. Потому что мы сейчас ускорялки начнем делать. Где-то еще... Так, вот тут у нас что построилось? Ремонт. Все эти... Термоядерка завершилась. Ну, давайте еще. И... Все это... Вавилон переброшу. Так, ну что, пора. Пора, короче. Сейчас должно накрыть Терракоторум, Пальмиру и военный лагерь. Здесь следующим ходом меня должны начать осуждать все. Я даже сразу сотру его. Нафиг мне. В ядерный пепел, так в ядерный пепел. Так, тут мы откладываем все производство везде. Следующим ходом ускорялки. У нас 4... 4... Космопорта? Не, какой мир? Ты чё? Мы только начали твои города стирать с лица земли. Так чё ты в кризис? Вот зачем ты в кризис в этот влез? Не влезал бы, никто бы ничего не делал. А все, кто тебя втянули в этот кризис, замирились со мной, между прочим. Между прочим, так... Продать можно или купить.
А продавать ничего не буду. Вот так вот. Так. Медиалан и Верону накроем, да? И Пальмиру сожгем. Господи, ужас, конечно. Что творят американцы? На роботах, ядерных ракетах, и римляне такие, блин, а мы за что? Мы вообще, типа, что сделали такие? Я же говорю, нефиг было лезть. Нет, сначала силовые ячейки все-таки. Самолетов-то у меня нету. Ну, вообще, можно сменить уже политический курс. Наука не нужна. Чисто производство. Ну, вот так, наверное, оставлю. Красивая империя получилась в итоге. Экономический союз. Ну почему нет, кстати? Уже пофигу вообще. Можно еще и с Вавилоном союз, кстати, заключить. Чтобы он... видите, я же его двух шпионов поймал. Он ко мне шпионов отправляет, а с союзом он не сможет отправлять. Антонариву. Видимо, Алиенора убила Антонариву. Что-то Алиенора почему-то не хочет. Давайте с этим религиозный союз. А, у нас там тоже был агент. Ладно. Да, пускай тут тоже сидит в промышленной зоне. Все будем защищать. Так, тут ракету давайте еще сюда. Или лучше... Не, Равен, ну ладно. Лауряк и Равенну накроем. А какая, говорит, тут столица? Блин, а где столица? А, Равенна как раз и есть столица. Но нам надо с захвата ее все-таки начинать. Пускай она отвалится потом по лояльности. Сжечь мы ее не сможем. Зачем Рим в кризис в этот ввязался? Боевые роботы пришли наказывать. За такое наказывают. Представляете, вот по попке этой железной рукой робота, чтобы он бил римлян. Конечно, больно. Конечно, больно. Тут уже и
Неважно, ядерки, не ядерки. Интересно, успею улететь до конца эпохи? Должен успеть. Не обращаем внимания на лошадей вот эти. Нет, давайте, наверное, с Вероной она побольше. О, Квилея присоединилась. Прикольно. Эту мы заберем. А это разрушим. Просто геноцид римлян происходит. Так, тут долетает, да? Чуть-чуть не долетает. Блин. Черт, мне вот сюда надо кидать. Ладно, поплывем туда ближе. Да, сейчас меня должны все осуждать, потому что я кучу городов сжег и ядерку применил. То есть все, с кем я не дружу, должны меня, по идее, осудить. А это осталось всего два лидера, но у Леонора должно немножко ухудшиться. Ух ты. А там атомная подводная лодка моего робота обижает. Как бы она мою подводную лодку не убила. Равенна отвалилась, да, да и пофиг. Как-то у меня в этой партии с Римом как-то Рим не очень в этой партии. Что Юлий Цезарь, что Троян. Все будут уничтожены. Так, кстати, надо союзы продолжить. Почему? Наверное, надо немножко обновить. Подожди, почему в Конго так мало производства? Должно идти как минимум тут плюс 4. Нет, там что-то какая-то ошибка. Почему плюс 4-то на производство? Я не понимаю. Ладно. Опять кого-то убил. Кто-то пытался Римской империи губернатора нейтрализовать. Так, сколько у нас вообще осталось? 19 из 33, а летим мы 9. То бишь, 2 хода. В общем-то, давайте просто... Да не, хотел сказать, давайте просто прокликаем, но нет, нам надо... Хотя у меня нету больше ядерок, да? И не будет следующим ходом ядерки.
Один ход, один, четыре хода. Да, следующим ходом ядерки не будет. Так что можно просто прокликивать, позахватывать тут городачу, которые есть. Опасная снежная буря, фига тут. В Цезаре, ух ты. В Цезаре Августе как запорошило. There is nothing like a dream. Тут нам еще выпал нам Джозеф Пакс. Да заберем. Пофигу. Странный инженер. Мне его даже негде использовать. А в аквариум что ли вывести? А уже в лом. Ну. Просто. Просто уничтожение. Геноцид римской нации, блин. Так, ну все вроде, сейчас мы, нет? Да. Сейчас будем побеждать. Ну и способность Авраама Линкольна, конечно, очень сильно выглядит. То есть у меня куча армии, которую я даже не строил, и на содержание которой трачу очень мало денег. Но дело в том, что до этой способности еще надо дожить. То есть я не скажу, что это чит, честно говоря. То есть если у вас рядом... Ну, с другой стороны, если у вас рядом Авраам Линкольн, то очевидно, что вам надо на него нападать до промышленных зон. Просто очевидно. Иначе, ну, даже если человек говорит, что он не хочет на вас нападать, да, играя за Авраама Линкольна, получается, что у него... Он увидит, сколько у него армии, и он волей-неволей нападет. Это просто... Я не скажу, что у меня много промышленных зон было, но армии просто немерено. Получается. Хотя ачивку дадут, интересно, за победу Авраамом Линкольном. Должны ждать новые лидеры. Впервые играю. Как у вас, кстати, прохождение сложилось? Вот этого всего, если кто там через сейф играл мой. Ну? Висим. Прикол. Чего мне не засчитают победу? Ну все, я уже улетел. 33,5-11. Не, мультик не покажут. Очередной баг Цивы. Ну, тут очевидно, что все уже на этом. Да. Выпустили дополнение, да? Не у всех оно появилось. Сломали сначала. Нет, все-таки просчитал победу наконец-то. Давайте посмотрим, как все тут развивалось. Я хочу знать, что с Германией произошло. Первый город, второй... А он не смог даже третий город поставить. Каким-то образом араб вот... Ну, вон третий, да, но это слабенько. Четвертый. И вот тут по лояльности... Вот первый город, видите, по лояльности отвалился. Второй по лояльности отвалился. Потом тут, видимо, отвалится сейчас. А, Берлин... А, кстати, Рим уничтожил Берлин, между прочим. А Ахен потом вот... Это мы уже встретили, мы увидели, как Ахен отвалился. Рим уничтожил Берлин полностью. На отдельном континенте развивался Теодор Рузвельт, и на отдельном Элеонора Аквитанская. У меня вот вообще, казалось, старт сложный, но, честно говоря, как-то вообще никаких проблем я не испытал. Ну, у меня было место для развития, но я думал, что с таким местом развития хуже будет, а почему-то как-то очень даже... Неплохо получилось. Ну, кстати, как вам скорость? По-моему, прикольно вот это между сетевой и стандартной. Она не ощущалась как медленно. Ну, мне, во всяком случае, как вот вам смотрелось, я не знаю. Вот просто тут вот по науке реально улетело вот с этого момента.
Просто культуры немерено у обеих Конго было, причем у Мбемвензинги еще больше. Но они как-то это вообще никак не конвертировалось в туризм. Компьютер реально через туризм не умеет играть. Чудеса, уничтожено юнитов. Подожди, это уничтожено юнитов, да? То есть я не так уж и много уничтожил юнитов, зато потеряно должно быть, по идее, у меня меньше всего. Нет, ты смотри, Теодор Рузвельт вообще ни с кем не воевал. Один юнит, по-моему, потерян. Просто один юнит где-то в самом начале, может быть, от варваров. Прикол. Ну, а я на втором, как бы, месте вместе с Трояном. Это я ему еще в конце несколько юнитов, видимо, ядеркой уничтожил. Больше всего потеряно вон Юлием Цезарем. Но это я его, конечно, тут развалил. Количество сражений Юлий, Цезарь и Сандок. Ну, Сандок в центре, она постоянно там воевала со всеми. А я, наверное, на четвертом месте, да? Ну, все. Результат, научная победа. Что-то я все-таки ачивки не увидел, чтобы мне дали. Неужели они не нарисовали ачивки? В общем, ваши впечатления пишите в комментариях. Лайки тоже не забудьте проставить. Ну и как вы проходили эту партию, тоже напишите, если таковые есть. На этом все. Знакомство с этим лидером закончено. С другими будет дальше, я думаю. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живе Украина, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.